Хорошая новость есть. Давай, доведи меня до слез. Да не, не так. Не такая хорошая. Но все равно, ну, как бы переживать меньше будешь, то что мы уходим назад. Почему? Ну, тут кое-что изменилось, командование, получается, в нашей части. И не сказали, что нахуй, типа, их в бой посылайте. Ну, типа, нас. Потому что мы единственная бригада, там, заебаты. Оставьте их. Мы уходим в тыл. В смысле? А что, все настолько жестко, что вам нельзя в бой вступать? Ну, потому что погибших уже достаточно, блядь. Сказали это. Нашей бригады? Угу. Да? Да-да-да. И в какое направление пойдете? Я назад еду. В смысле, прям... В смысле, в тыл или назад, прям назад? В тыл. Но не домой. Вперед, а назад. Так что нормально. Просто я не знаю, там, может быть, связи не будет. На день плюсу будем. Для вас это, наверное, спасение. Вы же сами понимаете, что там ну, да. Слишком все. Никто умирать не будет больше. Так что это, не переживайте. А что реально? А ты мне говорил, что никто не умирает. Ну, это было недавно. 2 марта. Сегодня уже 18. Я только сегодня с бабушкой спорила. Я доказывала ей, что ты не можешь знать, какое число. Как я не могу? У меня, значит, так все написано. Ну, я думала. Ну, а ты видишь, я же Алина Ярика там в сказке рассказывает. 18. А? Фрайдей, 18. Какой праздник? Фрайдей. Это что? Господи. Фрайдей, блин. Это как? Правильно? Ну, правильно. Я тупая. А ты скажи, а ты когда домой? Чё? Ты когда домой? Да не знаю, может быть, скоро. Сейчас не знаю, сейчас пока вот, видишь, ночью сегодня указание это пришло. Вот, сейчас к себе езжаем, собираем вещи. Вы обрадовались? Ну, конечно. Обрадовались? Конечно. Хули тут делать, блядь?